Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано: иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и три нити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай. Thank you.
Потом пригодится. Прихвачу с собой. Надо их найти. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Обезьяны. Кто-то должен быть рядом. Эй! Фиона! Мигель! Вы слышите? Где вы? Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это все моя вина. Надо было послушать Иону, надо было все продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал. И остальные деревни в порядке. Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно.